Так, наша фирма Trans World Incorporated продолжает конкурсный отбор на должность финансового аналитика в секторе биржевых финансовых потоков с учетом импендации денежных средств в современном мировом сообществе. Следующий, кто заходите. Ох, я доехала! Слушай, да. Села в 48-й трамвай, ну, а да. У меня в сумке пирожки. С мясом, с капустой, с мозгами. Что? Ну, я начинку делаю с мозгами. Ага. А там такая давка, что все мои мозги повылазивали. Вот я таких мымр с вылезшими мозгами сразу отправлял бы домой, назад. Но руководство требует рассматривать все кандидатуры. Итак, заполним вашу анкету. Фамилия, имя, отчество. Селиванюк Зоя Петровна. Селиванюк Зоя Петровна. Это моя девичья фамилия. А по мужу я Довгалюк. Довгалюк. Это по первому. А по второму Овчаренко. Овчаренко. А по третьему Гусаченко. Гусаченко. Но с ним я развелась... И вернул себе девичью фамилию. Так, еще раз Зоя с Палеозоя. Предыдущее место работы. Вымя. Вымя. Что? Ну, я доила до яркой. Мое место было работы вот это вот. 10 литров ведро, 20 литров дома. Герой труда, передовик производства. Так, все, проехали. А проехал я сюда так. Села на 48-й трамвай. А там такая давка, что все мои мозги повылазивали. У нас серьезная фирма. Вы соображаете, куда вы пришли? Доярка. Фотографию принесли с собой? Что? Фотография с собой есть, передовик производства. Вот. Давайте. Это что? Это почему голая? Это я перепутала. Это Зорька Корова рекордсмен. 40 литров. Да. А вот это вот я. Это что? А это Новый год. Утро. Слушай, я лучше предыдущую фотографию в дело вклею. Она посимпатичнее. Итак, следующий вопрос. Можете ли вы работать на дому? В доме могу работать, да. На дому нет. У нас крыша покат, я с ней скатываюсь. Но если у меня привязать веревками... Так, все, проехали. А проехала я сюда так. Села на 48-й трамвай. А там такая давка, что все мои мозги повылазивали. Так, стоп. Следующий вопрос. Вас интересует карьерный рост? 1,60 м. 1,60 м. Что 1,60 м? Ты спросил рост, 1,60 м. Это когда я трезвая. А не трезвая, 35 сантиметров. Как это? Ну я же лежу. И вот это вот хочет стать финансовым аналитиком. Дамочка, из вас максимум, что получится, это курьер. Ой, а я и курьем, и гусеем, и козловым. Так, все, проехали. А проехала я сюда так. Сел на 48-й трамвай. Там такая давка, что все мои мозги повылазивали. У меня у самого скоро от вас все мозги повылазят. Мадам, возьмите себе за правило. Все. Я все заправила. Отвечать только на мои вопросы. Ваше семейное положение. Да. Да. Что да? Да, я в положении. В каком положении? В тяжелом, материальном. Мне деньги нужны, сынок. Да как? Какой я вам сынок? Нашли себе сынка. Следующий вопрос. Владеете ли вы персональным компьютером ПК? Кто? ПК. А ну пока. Вы знаете, что такое ПК? Конечно, знаю. Пока это до свидания. Алфедерзен, до побачни. Жил в баню. Что такой тупой, сынок, ай? Все, проехали. А проехала я сюда так. Сел на 48-й трамвай. А там такая давка, что все мои мозги повылазивали. Я вас понял. Ну как с ней можно разговаривать, а? Следующий вопрос. Вы говорите по-английски? Не знаю, не пробовал. Может, и говорю. Переведите на русский язык. The swine begin from the board go along. Подожди, дай помедленнее. The swine. Свиньи. Begin. Бегут. From the board. За забор. Go along. Голые. Go. Слушай, какой английский легкий язык, а? Я не знал, что по-английски-то понимаю. Дамочка, у вас хоть мозги-то вообще есть, а? Нет. Я вижу. Все мои мозги вытекли в 48-м трамвае.
Теперь я знаю, что такое утечка мозгов. Нет, если вас возьмут на эту должность, я съем собственный галстук. Я клянусь. Приятно, Питер, что, голодный, что ли, галстук-то есть? Ладно, что пирожки мои поешь. Ну откуда? Откуда вы взялись вот на мою голову? Откуда вы? С Пензы я приехала. У меня мама с Пензы. Вот и я смотрю, голос мне ее знакомый. Мама! Мамуля! Наконец-то узнал свой нож. Я ж не в гости приехала, а ты меня как-то глупости спрашиваешь. Куда бегут голые свиньи? Совсем заработался, сынок, а? Так все расходятся по домам. Место финансового аналитика занято.